Скоростные поезда с каждым годом становятся все удобнее, бесшумнее и быстрее. Современные поезда способны развить скорость, которая поражает воображение. Приветствую вас на канале TM Channel. В этом выпуске вы увидите самые быстрые поезда в мире. AVE Talgo 350. Составы AVE, курсирующие между Мадридом и Барселоной, пожалуй, самые известные за рубежом испанские поезда. Все поезда класса AVE являются высокоскоростными, но особенно отличаются скоростью электропоезд AVE Talgo 350. В 2004 году во время испытаний поезд развил скорость 365 км в час. Из-за внешнего вида, схожего с утиным клювом, AVE Talgo получил прозвище «утка». Но состав удлинен и действительно чем-то напоминает утиный. Это сделано с целью уменьшить сопротивление воздуха. CRH-380A. Китайский поезд предназначен для работы на крейсерской скорости 380 км в час. При этом рекорд скорости для такого поезда 486 км в час. Оригинальный 8-вагонный поезд с интерьером самолетного типа перевозит почти 500 пассажиров. В сентябре 2010 года CRH-380A впервые был пущен в эксплуатацию на маршрут Шанхай-Нанкин. Позже он начал совершать ежедневные рейсы на линиях Ухань-Гуанчжоу и Шанхай-Ханчжоу. Общая конструкция поезда отличается низким сопротивлением и передовой технологией контроля шума. Шанхай Маглев Трейн. Тройку лидеров открывает Шанхай Маглев, китайский скоростной поезд, но уже на магнитном подвесе. Максимальная скорость экспресса составляет 431 км в час, что позволяет преодолеть расстояние от центра города до аэропорта 30 км всего за 7 минут. Он эксплуатируется в Шанхае с 2004 года. Интересно, что разработчиками поезда являются вовсе не китайцы, а немцы. В тестовом запуске 12 ноября 2003 года этот маглев развил скорость 501 км в час. TGV POS. Первым по скорости среди рельсовых поездов, но вторым в абсолютном зачете, является французский TGV POS. Эти поезда курсируют между Францией и Швейцарией, а также между Францией и Германией. Последняя из этих серий знаменита мировым рекордом скорости для рельсовых поездов. В 2007 году этот поезд смог разогнаться до почти 575 км в час. Но даже с учетом мирового рекорда, скорость поезда при движении по коммерческим маршрутам не превышает 320 км в час. Поезда серии Синкансен. Бесспорным лидером нашего рейтинга является японский поезд Синкансен, название которого переводится как «Новая магистраль». В разговорной речи эти поезда часто называют пулями. И на это есть веская причина. Рекорд скорости Синкансен для обычных железнодорожных линий составляет 443 км в час. А на магнитном подвесе во время рабочих испытаний поезд достиг рекордно высокой скорости в 603 км в час. Это является абсолютным мировым рекордом для поездов. Поезд имеет своеобразный продолговатый нос, благодаря которому получил прозвище «утконос». К слову, поезда Синкансен носят статус не только одних из самых быстрых поездов, но и самых безопасных. За 40 лет работы этого поезда не было зафиксировано ни одной крупной аварии. На этом пока все. А вы бы хотели прокатиться на самом быстром поезде в мире? Если это так, то не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. До скорого!